Только проблема, я инструкцию не нашел. Даже барашка жарить, шампурчик. Офигенно, я прям вообще балдею. Друзья, всем привет, с вами канал «Живая русская баня», меня зовут Владимир Ефремов. Доволен как слон, сейчас расскажу, почему доволен. Я, видите, здесь начал место подготавливать себе под такую зону отдыха, где шашлычки пожарить, там овощи пожарить. Даже еще не знаю, какая здесь беседка будет, но внутрянку беседки уже знаю. В общем, вот эта вот плита, которую я сюда поставил, это плита, фундамент от первой экспериментальной бани, которую прошлым летом показывали, которая у нас сгорела в итоге. Поставил ее, сделал подушку сначала из щебня, дресвы, поставил ее сюда на участок себе, она размером у меня 3×3. И у нас там дальше была кирпичная труба, мы ее когда ломали, она у меня вот на два таких столба развалилась, я их тоже нашел куда поставить, сделал лавку, чтобы можно было после бани выйти здесь на свежем воздухе, полежать просто. А здесь начал делать такой небольшой столик, еще ничего не прикручено, но в общем здесь столик будет. И много где искал, много где читал, хотел поставить гриль-комплекс, этот металлический гриль для жарки, там много-много-много всяких функций. И где на сайтах не узнавал, то ждать надо, то в наличии нету, то еще что-то. Короче, купил я себе гриль-комплекс. С Барнаула мне его прислали. Вот две коробки стоит. Сейчас мы его с вами вскрывать будем. И хочу его вот сюда вот установить. У меня вот здесь вот будет такой гриль-комплекс стоять, на котором будем всякие вкусняшки делать перед баней, после бани. В общем, будет у нас вкусно. Кстати, вот этот новый микрофон купил, мне все время кажется, что у меня здесь мышь какая-то. Раз голову поверну, мышь что ли какая-то, стряхнуть ее себе охота, здоровая пушинка такая. В общем, сейчас гриль открываем, начинаем его устанавливать, посмотрим, как он у нас здесь впишется. Я даже не могу пока прикинуть, сколько он у меня здесь места займет. В общем, погнали, сейчас коробки вскрываем, устанавливаем его сюда. И будем жарить вкусняшки какие-нибудь. Ну, в этой серии, наверное, не будем жарить. В этой серии, наверное, просто соберу его. Погнали. Охренеть, конечно, как упаковано. Заколебался это все распаковывать. Но ребята прям постарались, чтобы все живое доезжало. Только проблема, я инструкцию не нашел. Вот это вот все комплектующие различные и вот такой вот маленький пакетик с болтиками, или как, знаете, русский человек в последнюю очередь же в инструкцию смотрит, поэтому, может быть, она нам нахрен не нужна. Начинаем собирать потихонечку. Судя по всему, вот это вот черные — это ноги. А вот это вот само основание. Начнем с него. Собрал это чудо техники. Честно, давно-давно мечтал о такой штуке, чтобы выйти и пожарить. Не как я на кирпичиках жарил, а выйти и в нормальном месте шашлыки пожарить. Здесь и под шампура такая удобная штука. Под казан. Небольшой казан, но нормально сюда казан будет заходить. Даже барашка жарить, шампурчик. Под него отдельная стоечка есть. Вот эти стойки, получается, снимаются. Вот такая вот отдельная стойка есть. На две размещается, и на них вот этот вот большой шампур. Офигенно. Просто офигенно. Получается,
Я вот думал, куда его все поставить. Наверное, мы его сюда вот в середочку прям поставим. А вокруг этого всего хозяйства беседку сделаем. И трубу в крышу увидим, чтобы у нас такая беседка была, а внутри мангал стоял. Я думаю, в следующих сериях мы уже чего-нибудь попробуем приготовить, вкусненькое покушать. Ребятам зачет. А почему долго искал? Потому что, когда забиваешь в интернете гриль вот этот вот, постоянно вылазят сайты перекупов всех на свете. У них в наличии нету нифига. Я нашел производителей, у них есть в наличии. Они мне за ссылку под видео хорошую скидку дали. Так что, ребят, кому вот такая штука нужна, ссылочка под видео. Небольшая реклама за скидку, которую мне дали. Ну, я думаю, штука полезная. Кому нужно, переходите вниз, смотрите. Офигенно, я прям вообще балдею. Наверное, печки так, какой-нибудь так не радовался, как этому гриль-комплексу. В общем, покушать приготовим, все покажем. До встречи в следующих сериях. Давайте, всем пока.